12 июня 1996 года в Магадане на сопке Крутой скульптор Эрнст Неизвестный в сотрудничестве с архитектором Камилем Казаевым создали великий монумент, посвященный памяти жертв политических репрессий. В эту субботу исполнится ровно 25 лет со дня открытия «Маски скорби». Дальневосточное объединение организаций Союза архитекторов России не только поздравили колымчан с юбилеем открытия мемориала, но и поблагодарили мэра города за большой вклад в сохранение культурного наследия. Председатель Дальневосточного Союза архитекторов России Галина Черных вручила градоначальнику поздравительный адрес. Вы тоже являетесь здесь руководителем культурного наследия, да, в Магадане. Спасибо большое. И он, конечно, говорит, Юрий Федорович там много очень делает, и спасибо ему. Также на сегодняшнем заседании Магаданской областной думы губернатор региона Сергей Носов сообщил, что уже выполнен один из самых важных проектов, который необходимо реализовать, а именно реставрация маски скорби. Над дизайном работали профессиональные реставраторы города Санкт-Петербурга. У них большой опыт работы с Эрмитажем и с различными объектами, включая деревянные зодчества.